трагический инцидент в Каракасе на фоне акций протеста. Этот человек был подожжен заживо. Несмотря на серьезнейшие травмы, ему удалось выжить. Президент Николас Мадуро обвинил протестующих в том, что они напали на мужчину из-за его политических взглядов. Очевидцы же говорят, что толпа выкрикивала слово «грабитель». «Мы сами никогда не были свидетелями того, как сжигают людей. Так поступает группировка «Исламское государство» на Ближнем Востоке. Этого человека подожгли, с ним обошлись по-зверски. Ему нанесли 4 удара ножом и избили. Над ним практически совершили самосуд. И все это лишь потому, что кто-то в толпе крикнул, что этот мужчина сторонник Чавеса или что он у кого-то что-то украл». Акции протеста в Венесуэле не прекращаются уже почти 2 месяца. За это время погибли около 50 человек. Более 2600 были арестованы. Демонстранты выступают против политики Николаса Мадуро и требуют проведения досрочных президентских выборов.